Ну, здравствуйте, ребятушки-девчаточки. И я снова рад вас приветствовать на своем канале Жук-Муравейник. С вами дядя Саша Великий Ужасный. Я, несмотря ни на что, продолжаю упорно пытаться играть в Counter-Strike. Я, короче, сменил... Это я не туда смотрю. Сменил я себе разрешение на 800 на 600. Будем пытаться. Гладиатор команды, который ты мне дал, я вставил, но мне почему-то на Valve античит написал, что я не могу с такими параметрами играть, меня не пустят на сервера. Не знаю почему, так что пока без команд, пока просто с минимальным разрешением. Ну что, друзья мои, Артём у нас интересовался, бывает ли оружие под названием... Русская в этой игре. Вот, уважаемый Артём, есть АК-47. Советская, точнее, он говорил, советская. Маппер. Артём, маппер астроном. Вот есть калаши. Так что больше советского тут, по-моему, ничего нету. Только калашниковы. Все остальное французское, австрийское, немецкое и так далее. И американское. И, может быть, даже английское. Я не знаю, 5-7, он чей вообще по на самом деле пистолет? 5-7, он, по-моему, английский, хотя не знаю. Вот это, по-моему, P250, это у нас кто? Это у нас, как он называется? Зигзауэр, пойму, по-моему. А Зигзауэр это что? Австрия? Вот чешская, ЦЗ-ка, это чешская. Ну, у чехов все начинается на ЦЗ. Шо машины, шо мотоциклы, шо пистолеты, автоматы. У них все чешка-сбройка. Дезерт Игл вообще, между прочим, пистолет еврейский, да. Израильской. Desert Eagle. Еще у них есть пистолет и Ерехон. Очень похож на Desert Eagle, но меньше в разы. Так, ладно, вот Беретта 92С. Ну, это всем известный. Один из самых распространенных в мире пистолетов. Беретта 92С, очевидно. Так, это все не важно. Что я хотел? Я хотел играть. Так, а давайте мы сегодня попробуем поиграть на Мираже. Давайте, давайте, для разнообразия. Эту карту я, конечно, знаю чуть похуже. Но... Должно же быть какое-то разнообразие. Чё я всё? Надасть-то надасть. Давайте на Мираже. Будем учиться играть. Так, почему, говорите, долго так ищет? Мне Нелли писал. Нелли, я не знаю. Я иногда, когда в лобби захожу с кем-нибудь играть, и нажимаю, что типа давайте играть, или захожу, или не помню. Короче, мне пишут, что мой статус подбора игр намного выше, чем теска, с кем я желаю играть в лобби. И типа согласен я или нет, у них рейтинг их ниже, а мой рейтинг типа крут до безумия. Не знаю, может быть он так крут от того, что я часто отправляю, как это называется, жалобы на предполагаемых читеров. Я отсылаю их вообще тоннами. Кстати, тут в прошлом видео у нас вышла полемика по поводу читерства. С товарищем, у которого ник «Ты лежишь в могиле». Ник у него, конечно, не очень приятный. Я просил его другу передать, что он кемпердаст, потому что он сказал, что его друг пользуется читами. Вот, и он после этого несколько мы с ним полемизировали. Говорил, что, мол, зачем я так сразу на всех отправляю, и что это вообще крысятничество. Никакое это не крысятничество, хочешь играть, играй, читами не пользуйся. Потому что когда ты используешь читы, ты мешаешь таким вот людям, как я, стареньким, больным. Которые просто пришли поиграть, которым не нужна ни победа, и мне пофиг, там победили мы или не победили. Ну просто, чтобы была честная борьба, иногда бывает весело, шутейно и так далее. Так, вы, возможно, подумали, что все, больше Zone Dark не будет на моем канале. Будет. Ну, честное слово, он мне, знаете, не то чтобы надоел. Мне надоело тащить его в массы. Я же его фактически пиарю, хоть у меня и не такой уж большой канал, всего лишь 7000 подписчиков. Но так или иначе, я почти в районе 700 видео сделал по этой игре. И хоть как-то я ее дораспространил и привнес в массы. Мне даже иногда вы пишете, что, мол, посмотрев тебя, купил эту игру и так далее. И такое сообщение было не раз. А эти засранцы зелондарковские до сих пор нам не выпустили третий эпизод. Он уже, не знаю, выходит, сколько там уже... Год он точно выходит. И что-то мне надоело в нее в этом плане играть. Нет, она будет, разумеется, но ее теперь не будет так много. Возможно, это вас расстроит, и вы начнетесь массово отписываться. Я прям заметил, как у меня выходит новый видос по контре. Прям хоп, тот же 3 человека отписался. Это ваше право, но я не намерен играть только в эту игру. Она мне, конечно, нравится, но ее теперь станет на канале значительно меньше. Ну, примерно в половину точно. Вообще план такой. С понедельника по пятницу будут выходить видосы по другим играм. Ну вот, в понедельник будет Crysis,
Во вторник, что у нас там будет? Во вторник будет Зеландарк и так далее. В пятницу будет контра. Вообще контра будет только в пятницу. Это сейчас, пока я ее немножко снимаю почаще, чтобы, так сказать, приучить вас к тому, что будет Counter-Strike. Потому что у многих почему-то прям Counter-Strike вызывает такое сильнейшее отторжение. Хотя на самом деле это обыкновенная нормальная игра. Так, ну когда у нас там уже кто-нибудь найдется? Ну сколько уже можно? Я уж тут и так уже микрофоню, обмикрофонился. Сейчас я еще погляжу, как мне в разрешении 800 на 600 играть вообще. Насколько будет мне удобно играть в таком разрешении. Я, наверное, вообще там буду почти никого не видеть. Ну, сейчас FPS показывает. Не получилось, в общем, и... случайно вышло. Все бы хорошо, но злоупотребил сильно. Так что думал, может, сегодня стрим, но не. Нет во мне столько энергии, чтобы сделать сегодня стрим. Ну, сейчас показывает FPS 60-70. Интересно, что будет на видосе. Ну, ладно. Ой, сам же говорил. Слушай, а почему у меня стоит эта пуколка? Я же хотел MP7. Я же ее вроде ругаю все время. Это вообще кто? Это вообще бот. И я в него даже не попал. Я не могу попасть в бота. Его убили. Так, это уже не бот. И я в него попал. Нормально. Так, там что, чужак? Да, чужак. И он меня убил, а что у него было? А, у меня с дробовичка загасил. Нормально. Загасили бедного несчастного дядю Сашу с дробовичка. Так, ну они где-то здесь. Ах ты. Не вовремя я подобрал ствол. Да. На, он подобрал. Ну хорошо, на здоровье. Так, не понял. Тихо. Тихо, там же их целых двое, они так красиво стояли. Еще вроде одного вижу, но это бот. Так, это бот. Ага, по-моему, сейчас у нас здесь кто-то есть. Нет? Давайте потихонечку. Но у меня, правда, 6 хп. С таким хп я далеко определенно не уйду. Ну, пошли в апартаменты. Так, вот, кстати, калашик, Артемчик. Артемка, ага, и получил я в бошку. От Слейми в бошку получил. Вот у нас, слушай, броню, что ли, ради. Винтовка. Ну, давай, кольт. Кольт у меня пошел в путь. Злоб не дай мне. Ох ты. Кто ж так стреляет, дядя Саша? Ну, кто так стреляет, дядя Саша? Да что ж ты такой сраный, ты стрелок? Так. Ребят. Я так понял, втроем одного убить не можем, да? Так, одного не можем убить втроем. Это неплохо, я вам скажу так. Опять я без армора. А что, у нас здесь чужак стоит? Нет. А что тут у нас? Ладно, я пошел, схожу сюда. Все вроде подключились. Калашик. Ну вот, калашик, Артемка. Так, это мой там сзади идет. Топает. Ты бы не топал, брат. Брат, ты бы не топал, а? Зачем ты топаешь? Ты же палишь контору, брат. Очень плохой зажим, дядь Саш. Очень плохой зажим был. Так, я понял. Угу. Ну, ничего. Это пока была разминка. Сейчас уже у меня показывает. Так, куда же мы пойдем? Hi guys, I go B. Здорово, пацаны. Так, я молик куплю. Куплю молик. И заброшу его в... Как это называется? В общем, туда. Я, кстати, здесь название... Название плохо. Плохо знаю название на этой карте. Не все знаю. Вот это кухня, китчен, откуда я сейчас вылез. А как вот это называется, фигня? Я не знаю. Вот это вроде зига. И это вроде шорт. Вот. Это вроде шорт. А вот тут у нас центр карты. Так, ну чё, где они? Они все пошли плент А, да? Угу. Они пошли плент А. Вот они, кстати. Ага. Кстати, они топают где-то здесь. Топают. Топает, малыш! Ну что такое? Фритик не убил. А я не ожидал его здесь увидеть. Не, ну это, конечно, твои проблемы, что ты его не ожидал увидеть. Это только твои проблемы. А вот он ожидал его увидеть и увидел. Но его все равно убили. Ну, хотя бы у меня не лагает при таком разрешении. И на том большое спасибиссимо. Так, ну чё? Хлобысь. И опять граната. Ну, давай еще одну. Ай, губи.
А я не понял, что у меня? Что написано? Опустите. А, что? Что не наносится? Что не наносится, мое любимое граффити? Так. Стреляем я. Стреляем я плохо. Я плохо. Так, молик туда. Так, я пошел сюда. Зигу под пушу немного. Так. По-моему, кто-то мне собрался кидать гранату. Здесь вроде кто-то топал. Так, дружбанчик попал под раздачку. У него гранатка выпала и калашик, да? Нет, у него тоже этот фармилочка. Ну, да блин! Он меня со скаута снял. Ну, я ему нормально... Нормального урона нанес. Блин, а как его обозвать? Где он стоит? А, вот его добили. Все понятно. Его добили. Это у нас что вообще? Это что у нас? Это подвал. Ага. Это ему с окна, что ли, дали, я не пойму. Бомба непонятно где, да? Да. Бомбы мы пока не видали. А, ну последний. Последний, по-моему, был... Как это называется? Джангл? Блин, это, по-моему, джангл называется. Ну да. Да, фиолетовый. По-моему, это джангл называется. Где-то в этом районе он был. Да, вот фиолетовый его слышит. И даже почти видит. Да что ты, да что ты? Last A. It's A. Как? Я не понял, откуда он ему это долбанул-то? Откуда он ему долбанул? Неужели? Ну да, здесь он поставил бомбу. Вопрос, куда? Да вот же он! Да вот же он! Но наш приятель оказался такой же прекрасный стрелок, как и я. Но это ничего страшного. Это ничего страшного. Так, ну что, опять берем фармилку. Делаем все то же самое. Ай, Гоби. Все то же самое. Прославляем Нави. Пока. Не пойму, когда кончится действие этих граффити. Их, по идее, чего они так долго действуют? Так, кухня, апартаменты, граната молик в апартаменты, граната на середину карты. Так, там мой уже стоит. Я его могу ослепить, да? Да, я его, похоже, слепанул. Так, ну там вроде кто-то есть. Ага, дымок. Так, я кого-то вынес. У него что тут? Калашик. Так, там есть кто? Нет. Так, вопрос, где они? Они могли пройти Б. Могли. Я Б-то оставил? Оставил. Чё тут у нас на Б? Да, идут Б. Сыпятся у нас молики. Ага, это мне! Спасибо! It's B. Это мне прилетело. Большое спасибо. С дигла мне прилетело. Угу, его убрали. А, двое где-то. Ну, по-моему, вот тут вот. В апартаментах. А, нет, это наш бежит. Слушай, а где они есть все? А, он тут сидит. За машиной, гад, сидит. Все, да. А, еще один есть. Бомбу не успеете, ребята, бомбу не успеете. Дефьюсти. А, у него нет набора. Но, по идее, успеет. Да, еще не прошло 45 секунд. Точнее, не 45, а 35 не прошло с момента установки. Ну, под обрезик. За 0,1 десятую секунду до взрыва. Счастливчик. Так. Винтовка. А дайте-ка я возьму. Давно я с крокодилом не играл. Так, ну я опять. Или А. I go A. Пойдем на A сходим. Так, а вот на A у меня тактики толковой-то и работы и нет. Ну, молик сюда, допустим. И можно немножко подпушить ковры. Только немножко подпушить. Нельзя туда соваться, потому что можно получить. Ну, допустим, я вот тут посижу. По-моему, кто-то идет с ковров, нет? Что-то я не пойму. Идут ковры? Не... Да, кто-то топает. Топает. Так, кто топает? Откуда топает? Непонятно. Что-то у меня пролаги какие-то. Ага, а вот я его и не увидел. Он на коробочке спокойно залез, Слэмми, попал мне в голову. Слэмми, на всякий случай, как-то ты прям меня быстро увидел и точно сразу в голову дал. Прям только ты нарисовался, как тут же мне зарядил. Вот, правильная тактика, сразу не стрелять. Ну, это правильная тактика... Эту правильную тактику похерила плохая стрельба. Надо было ему вообще стрелять в установщика бомбы. Дождаться, чтобы он и устанавливал. Так, я не знаю, куда я пойду. Я никуда не пойду. Я пойду. А пошли ковры. Пошли ковры пушить. От нечего делать.
Я, короче, не закупаюсь, экономлю деньги на следующий раунд. Ну, как уже говорил, я эту карту... Ну как, знать-то я ее знаю. Но я хуже... Хуже... И тактика на этой карте у меня похуже будет. Похуже будет тактических моих действий на этой карте. Поэтому я тут могу проиграть из-за того, что... Тактика моя хрен... это оставляет желать лучше. Они вроде здесь у ямы стоят. Если я ничего не путаю, то я им сейчас в спину зайду. Ну, конечно, зайти-то мало, надо еще и попасть. Да, они здесь. Интересно, смотрят они в спину? Кинул, они не смотрят. Я смог убить всего лишь одного. Ну, надо было глушачок прикрутить. Ну, там доделал мою работу, доделал товарищ, который за мной шел. И я тоже свои 5 копеек вставил. Надо было с глушителем все-таки стрелять и немножко повыше держать, как меня учили, пистолет. Ну что, давай берем АУК. И, короче, что? Айго Б. Точнее, Б. Пошел я на Б. Ай-яй-яй, у нас А пустое. Ну как так, ребята? Ой, это вообще что-то тупит. Вообще что-то ползет. Чего вы А-то все оставили? Они же сейчас сюда зайдут и кранты нам тогда, если уже не зашли. Это Б. Да? Ты уверен, что это Б? Я вот не уверен пока, что это Б. Желтый вернулся. Так, это Б, да? Это Б. Так, вот тут у нас на лангу никто не стоит. Лангу хрен его знает. Может и стоит, может и не стоит. Так, 3 в 3. 3 в 3. 2 в 3. Убрали товарища нашего. Понятно. Так, он тоже идет откуда я. Ага, там его встретили. У машины кто-то его встретил. Засранец у машины сидел. Так. Ну что, помереть геройски. А у меня есть что-нибудь? У меня есть молик. Ну теперь я себя обнаружил, да? Обнаружил. Да, отличная стрельба у тебя, дядь Саш, была. Вообще куда-то стрелял, не пойми куда. Чё ты не прыгал-то? Надо было прыгать тебе. Да, согласен. Затупил. И опять без денег. Да что же это такое? Граната пошла. Чё, я тебя ослепил? Прости, брат Телос. Будем пушить ковры. Так, сидим. Так, главное, ты не прозевай, чтобы опять кто-нибудь на коробку залез и тебе в глаз дал. Так, кто-то пришел. А я помочь им никак не могу. Ага, тут побежал быстрый олень. Блин. Ребят, сейчас нам сюда молик прилетит, и нам тогда каранты. Пошел-ка я обходить. Они опять яму пытаются зайти. Ух ты, ни хрена себе! С ума сойти! Вот это да! Вот это с перепугу что только не сделаешь. Бомба у нас, да? Угу. Вот это я зарезал товарища с перепуга. Да что такое? Ну нормально. А, его сожгли, зашибись. Да, я ножом убил противника, было дело. Но это произошло совершенно случайно. Я вообще на такое не рассчитывал. Я не рассчитывал, что я его ножом убью. Но делать было больше мне нечего. Айго, эй. Пришлось убивать. Да. Пришлось убивать. Мы будем вас убивать. Так, ну чё? Я с АУГом. Запушить. Хотя, конечно, пушить в нашем деле... Так, перерыв мы сейчас возьмем. Взять. Да, я не против. Вот я из этого перерыва чуть тут не помер. Блин, и чё он не исчезает? Я ж проголосовал за. Чё он тут светится? Так, мне говорят, держи прицел выше, когда по карте перемещаешься. Так, ну... Ага, они опять яму пытаются зайти. У ребят тактика постоянная, одна и та же. Заходим в яму, называется их тактика. Да, вот тут мне удача не улыбнулась. Я в него ни разу не попал. Так,
Бамба у нас. Взять перерыв. Да взять. Чё, кому там жалко? Кому там жалко? Кому там жалко перерыв? Слушай, тогда в следующий раз давай я буду, если обходить, то буду я с флешкой их обходить. Чтоб хотя бы их подслепить немножко. Так, 2-1. Чё-то терроры какие-то непонятные. Зажали нашего товарища. Убили. А вапу забрали. Хорошо. Так, ты решил туда опять идти, да? Фармилка. И мне нужна одна флешка. Да. Ну, попробуем. Попробуем через ковры. Но они теперь уже тоже меня будут ждать. Они тоже не дурачки. Они знают, что дядь Саш там шлындает. Они же не дурачки. Они не дурачки. Так, и он пошел обойти, да? Он тоже. Ага. Мы с ним вдвоем такие умные, решили обойти. Да что ты, гля! Я не понял! Товарищ! Чё это было? Я в тебя все время попадал. Чё за фигня-то? Как так-то? Я что-то не понял. Я вот этого моментика не понял. Чё-то я не понял. Я же в него попадал. Ты чё? Это ли что? Это все мимо летело? Магазин практически высадил. Ладно. Вы мне напишите. Прав я или не прав, если я косая рожа, вы мне так и скажете. Да нет, дядь Саш, ты косая рожа, не попал ты в него ни разу. Возможно, вполне возможно, что я косая рожа, не попал в него ни разу. Почему нет? Возможно, да, так и было. Возможно, я в него и не попал. Почему нет? Так, опять яма, но тут меня могут ждать. Тут меня могут ждать запросто. Ой, не туда кинул. И они, по-моему, ям прошли. Они, по-моему, пошли длину. Так, ладно, неважно. И бомбу уже заложили. Зашибись. И где-то они все вчетвером бродят. Последнего нашего убрали. Так. Последнего нашего убрали. То есть предпоследний. Последний-то я. Ну что ты, глянь, он меня даже убил с дизерт иглой. Прям в голову. А я оружие косая, в него даже не мог попасть. Да ладно, ес. Чего ес-то, ес? АБХСС. Так, куда же мне пойти, чтобы от меня хоть какой-нибудь толк был? Чё-то от меня никакого толка. Не попасть я не могу. Ничего я не могу. Лошара я какой-то. Какой-то лошара я. Так. Ну, давай пойдем умрем. Кто-то бежит. А, это сзади мой вроде лезет. Это сзади мой. Тоже решил обойти их, да? Ну, не знаю. Они тут есть? Или они тут уже кончились? Вот он тут гад. Любит он тут гад сидеть вообще. Медом не корми. Еще кто-то тут должен быть. А чё, они, скорее всего, прошли. А может, и ждут. Ну, чё ты топаешь, чертяга? Не топай. А где калаш? Там наверху остался калаш, да? Ага. Угу. Скорее всего, не здесь. Да, так вот вопрос, где? Где у них уваются? Бомбу я вижу. А где товарищи? А товарищи где-то заховались. Это мой топает. А, да вот же они тут топали. Вон он топает. Ну, что ты, такая стрельба. Куда я тут... Куда я тут своей пукалкой? Сразу попали. Дас. Ладно. Так, господа. А если сделаем вот так? Допустим, сделаем вот так. Ах. Надо почаще играть на мираже.
Ну, допустим. Ну, допустим. Ну, зашибись вообще. Вот вообще зашибись. Вообще, выгнал меня с позиции. Я сидел в позиции, а ты меня выгнал. Может, и позиция у меня была дурацкая, но тем не менее была. А ты взял меня и выгнал отсюда. Неужели ты меня на карте не видел? Да и не топайте вы зря. Вот где он? Откуда он идет? А, отсюда, слышу. Так, 2 в 2. Угу. А он один здесь или их двое? Да что ж такое? Глянь, сразу мне в голову дал. Но я его, правда, почти убил. На всякий случай на тебя отправлю. И я на всех всегда отправляю. Не, ну не на всех. Ну, он мне не нравится. Не нравится мне этот гусь. Ну, понятное дело, за террористов мы тут ничего никуда не вытянем. Никуда мы ничего не вытянем за террористов. Так, не кидайте сюда больше, пожалуйста. Да что ж такое? Я в упор не в него. Я в него стрелял, но вообще урон ему никакого не нанес. Чё за фигня, ребята? Чё за фигня, Слэйми? Я в тебя стрелял в упор. 0 урона. Не, ну я понимаю, я, конечно, косая рожа и все такое, но почему 0 урона? Из 2 выстрелов 0 урона. Как так? Никак, стреляй точнее. Ладно, не повезло, значит, рожа косая. Ну, вообще, как бы... Вот, так, со всех сторон. Ну, такое ощущение, что хотя бы раз-то я в него должен был попасть и хоть один-то урончик ему нанести. Но фиг там плавал. Ничего ты ему не нанес. Дас-два. Ну что? Такие у нас дела. Учись стрелять, дядь Саш. Да вряд ли. Вряд ли я теперь уже научусь. Если раньше не научился. Вот как вы хорошо. Вот как вы хорошо бегете. Ребята, как вы хорошо. Там опять этот сраный Слэйми. Он меня видит. Я его нет. Как так? Он меня видит, я его нет. Угу. Кто-то тут поломал и хочет выйти, я так понимаю. Ты вышел даже! Так. Еще, по-моему, здесь кто-то идет. Да, я тебя слышал, брат. Слышал. Это у нас ушли? Или у кого ушли? Зашибись, у нас бот. Мы и так еле-еле душа в теле. Так еще у нас и бот. Ну что, я Б попробую постеречь. Ой, у меня 17 хп, 0 армора. Так, они там... А, бомба у них. Так, бомба у них. Вот тут я все время туплю и застреваю. Слушай, а зачем ты аук выкинул, а? Зачем ты выкинул аук? Может быть, лучше все-таки было его оставить? Там как-никак хоть какой-то прицел есть, а тут у тебя даже прицела нету. Ну, сейчас меня убьют и все дела. 28 секунд. Ребята, да бомба у вас, зачем вы уходите? Вам не надо уходить, бомба у вас. Товарищ был настырный. Хотел до последнего идти, да? Ну, имел право, имел. Так, с калашом я, значит, остался, да? Хорошо. Куда сходить? Не знаю. Так, это последний раунд. Так что давай мы что-нибудь еще купим себе. Let's move out. У нас бот. Ну, мы и без бота-то еле играли. А уж с ботом-то и подавно. Так, временно. Так, вот кто-то стреляет в бота, но не может попасть. Это вот этот, товарищ в бота не мог попасть. Не, ну что, бывает. Там еще один вроде. Где он есть? Не вижу я его. Да гад ты такой! Слушай, а что это они пистолетов накупили, я не понял. Я что-то не понял, что вы пистолетов накупили, ребят.
Бомба у нас выпала. Пошли к бомбе. Ага. Ух ты! Неплохо мне залетело. Неплохо, неплохо. Ой, я за бота могу зайти. Ух, как зашел, так и вышел, да. Поспешил. Ну все. Ну все, это капец, мы продули. Мы продули. Я слишком плохо зашел за бота. Ты бомбу бы охранял, да и все, собственно говоря, на рожон бы не лез. Да, вот он справа. Точнее, слева. Ты зря зумишься, он слышит тебя, когда ты зумишься. Если слышишь рядом, он тебя обходит сзади. Да сзади. Да, сзади, 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 сзади. Ну, теперь он тебя уже обойти на шифту не успеет. Времени у него мало. Сиди, жди. Угу, он бомбу сейчас ставить будет. Да нет. Ага. Да он ее не взял. Он ее не взял. Нормально. Нормально. Ну, может быть, конечно, ты и молодец. Но, блин, как-то ты очень хорошо в него попал. Хотя тот тоже лошара в тебя не попал. Так. Ну, я даже не знаю, куда мне бежать. В этой, с ботом тем более. Навсегда. А, ладно, сейчас мы быстренько просрём. Да и все дела. Все дела, все дела. Все дела, дела, делишки. Так, чё, не пойму. Понятно. Так, понятно, понятно, понятно. Бота убили, нашего бота любимого убили. Убили любимого бота. Как так, убили бота. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили бота. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что бота замочили. Ну сейчас, а, я последний остался. Зашибись, рубаха в клетку, я последний. А он-то стреляет гораздо лучше. Гораздо. Гораздо лучше стреляет, да. Мистер Анубис. О, любитель греческой мифологии, мистер Анубис. Так, а я мистер Лошара. А я мистер... А я мистер Лошара. Так. Ой, нам еще проиграть немножко, и все, и мы проиграем. Немножко проиграть, и мы проиграем. Так, опа-на. Застрелил из крокодила. Понятно. Ну, беги сюда. Ой, опять я второй. Вот так. Крокодил чуть подальнобойней. Возьмем его. Ой, опять один. Зашибись. Они бомбу охраняют, да? Ну, пойдем погуляем. Минуты 24 времени у нас есть. Можно погулять. Ахаха, он присел, и я... 97, чуть-чуть. Дядя Саша стрелял с меткостью. Так, ну, он вообще мне не нравится всегда, поэтому я всегда на него буду отправлять. Бан! Бан! А сейчас никто никого не банит на самом деле. О, я на втором месте. Все понятно с вами, Людмила Прокофьевна. Если дядя Саша на втором месте, это что означает? Это означает, что удачи в игре не будет. Правильно, правильно. Ай-яй-яй, извини, друг, я тебя поджарил. Ай-яй-яй, друг, извини, я тебя поджарил. Друг, 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 ты мне или не друг? Так, спина. Где там еще кто? Я не знаю, где там еще кто. Так, забрали. Так, вот он, вот он, вот он, вот он. Ай-яй-яй, ай-яй, как больно, как больно. Не унять эту злую боль. Больно, как больно. Ну, у вас бомба. Идите куда-нибудь. Я не знаю. Идите куда-нибудь, коль у вас бомба. Нет, они идут на А. Фиолетовый решил все-таки покорить точку. Так. Фиолетовый решил покорить точку А. Ну, это законно. Времени у него еще много. Всего-то надо выяснить, и где сидит... И где сидит КТшник. И если он тут не... Да-да, проверь, 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 проверь. Слушайте, вы бы как-нибудь что ли встретились, я не знаю. Как-нибудь все, теперь он точно знает, что он на Б. Это остался Баба. Кто там, как его зовут? Бабайка. Бабайка, он, конечно, его сейчас, я думаю, вынесет в клатче. В
Клатч он его вынесет. Ну, жди, пока он начнет дефьюзить, и не высовывайся. И не высовывайся, жди! Жди, у тебя хорошая позиция, если он начнет... Так, кто-то у нас еще один отключился. Ребят, ну вы что? Ну вы имеете совесть? Ну что же? А зачем ты высунулся? Все, уходи, 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 уходи! Раз, два, три, четыре. Найс! Good job! Да, молодец. Стреляет намного лучше, чем я. Намного лучше, чем я стреляет. Ой, главное, чтобы бот бомбу не забрал. Сейчас бот бомбу заберет и кран-та-та-ты тогда. Бот, не трожь бомбу. Бомба наша. Так и есть, он забрал бомбу. Так и есть, бот бомбу забрал. Да что ты тут тупишь-то? Смотрю в одно место. О, зашибись. О, зашибись. Вообще зашибись. А вообще офигеть. Вообще офигеть. Неплохо. 96 опять. Опять 96. Сдаться? Да ну хватит. А, я нажал сдаться. Понятно. А чё мы не сдались-то? Нажал сдаться, а мы не сдались, странно. Не, давайте до последнего. Я не люблю сдаваться. О, у нас два бота. Это зашибись. Я не люблю сдаваться. Ага, топнул зачем-то. Зачем-то топнул. Боты остались на месте. Так, здесь, по-моему, кто-то есть. Ну да, естественно. Как ты хотел, чтобы здесь никого не было? Не, не надо пока. Пока не надо. Пока не надо. О, зашибись. Нас раскрыли. Нас раскрыли! Где он? А, это мой бежит сзади. Я понял. Да чё толк-то? Бомба-то у них. Бомба-то у них, брателлос, ты ж понимаешь. Поэтому все это фигня. Все это фигня. Бомба-то у них. У них бомба, у них. Поэтому все это фигня. Раз бомба у них. Бегу. Ой, бегу. Ой, бегу. Кто тут, где тут? Ага, стрельба прекрасная, но... Да что же это такое? Называется «Я косой, а ты косее». Да, примерно так это называется. «Я косой, а ты косее». Я косячка, ты косяк. Я морячка, ты моряк. Мы с тобою оба косы. Мы друг друга не убьем. О, новую песню сочинил. Мы друг с тобою оба косы и друг друга не убьем. Я косячка, ты косяк. Ну, в смысле косой. Не то, что вы там себе подумали. А в смысле, что немножечко косой. Так, я вас сюда не пущу. Вас тут в прошлый раз всех убили. Не ходите туда. Не ходите, мужики. Не ходите. Да, да, не ходите, мужики. О, зашибись, вас там поубивали. Ну. Все-таки они туда пошли. Все-таки они туда пошли. А тут такой я бегу и получаю в голову. Наверное, уже. Уже, наверное, получаю в голову. Ай-яй-яй, никого не убил. А, все, ну прекрасно. Все прекрасно, всем спасибо. А я каким-то образом на первом месте оказался. Все поуходили, ну ничего страшного. Зато было интересно. Опять же, песню новую сочинил. Я косячка, ты косяк. Мы с тобой оба косы, мы друг друга не убьем. Ну что ж, друзья мои, на этом я с вами прощаюсь. Смотрите, и да будет вам счастье. Играйте в игры, которые вам нравятся. И остерегайтесь читеров. Фу, ладно, пошел я.